Википедия Англ. Википедия. Произносится WKPD или WKPD, общедоступная мультиязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах Вики, расположена по адресу www.wikipedia.org. Владелец сайта – американская некоммерческая организация «Фонд Wikimedia», имеющая 39 региональных представительств. Название энциклопедии образовано от английских слов «вики» – «вики» – «технология». Лежащая в основе функционирования сайта, в свою очередь, заимствована из гавайского языка, в котором оно имеет значение «быстро» и «энциклопедия» – «энциклопедия». Главной особенностью Википедии, благодаря технологии «вики», лежащей в основе функционирования сайта, является то, что создавать и редактировать статьи в ней может любой соблюдающий ее правила пользователь сети интернет, причем в абсолютном большинстве случаев даже без регистрации на сайте. Все вносимые такими добровольцами в какую-либо статью этой энциклопедии изменения незамедлительно становятся видными всем посетителям сайта. В декабре 2013 года в заявлении ЮНЕСКО по случаю награждения Джимми Уэйлса, основателя Википедии, золотой медалью Нильса Бора про Википедию было сказано, что она является символом эпохи взаимодействия, в которую мы живем. И это не просто инструмент, это воплощение мечты, столь же древней, как человеческий интеллект и собрание Александрийской библиотеки. Википедия создается добровольцами со всего мира на 277 мировых языках, а также на 493 языках в инкубаторе. Она содержит более 30 миллионов статей. Интернет-сайт Википедии является пятым по посещаемости сайтом в мире. В марте 2013 года его посетили более 517 миллионов человек. Запущенная в январе 2001 года Джимми Уэйлсом и Ларри Сенгером, Википедия сейчас является самым крупным и наиболее популярным справочником в интернете. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества. Одним из основных достоинств Википедии как универсальной энциклопедии является возможность представления информации на родном языке пользователя, сохраняя таким образом ценность этой информации в аспекте культурной принадлежности. Надежность и точность Википедии вызывают вопросы. Другая критика указывает на подверженность Википедии вандализму, а также добавлению ложной или непроверенной информации. Однако научные исследования свидетельствуют о том, что в Википедии следы актов вандализма обычно оперативно устраняются. Помимо выполнения функции энциклопедического справочника, Википедия стала главным объектом внимания СМИ как сетевой источник последних новостей по причине того, что информация в статьях постоянно обновляется. Когда популярный американский еженедельник Time признал некоего абстрактного представителя миллионов вкладчиков пользовательского контента в различные сайты, носящего обобщенное имя Ю, Человеком года 2006, тем самым отмечая ускоряющийся успех онлайн-сотрудничества и взаимодействия миллионов интернет-пользователей по всему миру. Википедия была наиболее часто упоминающимся проектом Web 2.0, за которым следовали проекты YouTube и MySpace. Русская Википедия, то есть раздел Википедии на русском языке, занимает 7-е место по количеству статей среди всех языковых разделов Википедии после английской, шведской, немецкой, нидерландской, сигуанской и французской Википедии, имея на сегодняшний день в своем составе 1 297 658 статей.